Так, на гироскутере я уже покаталась. На чем бы мне сейчас покататься? Самокаты, мотоцикл, квадрик, велик. Еще самокат. Чтобы выбрать, техники у меня много. О, Никушка! На чем мне покататься? У меня так много техники, и я не знаю. Поможешь выбором? Да. Поможешь? Ну, отлично. Ты мне предлагаешь на квадрике покататься? Нет. Ну, ладно. Значит, покатаюсь на квадрике. Ну, все, Ника, отошла, я кататься. Классно как! Кто это плачет, не понял? Ника, что ли? Никуша, что случилось? Никулечка, а что ты плачешь? Что случилось, моя хорошая? Тебе не на чем кататься, моя сладкая? Ну, что я сделаю? Не на чем. Может, у Софийки попросим, а? Может, она тебе что-нибудь из своей техники подарит, а? О! Софийка, привет! Привет, пап! А что это, ты катаешься, а Ника нет? Видишь, малыш, вон, расстроился. Папа, ну в смысле, это же все мое! И это! Вот! Слушай, ну Ника расстроилась, надо что-то придумать, а? Доченька. Что-то придумать. А, пошла я думать. Может, Нике что-то подарить? Ну вот самокат, он же вроде небольшой. А, Ника же не умеет на двухколесном ездить. Гироскутер двухколесный, на нем еще тяжелее ездить. И тем более он мне нравится. Не, не подарю. О, велик подарю. Классный двухколесный. Не, не подходит, Ника точно сама не умеет ездить. А педали как она будет крутить? О, мотоцикл ей подарю. Двухколесный. И самокат тоже двухколесный. Что мне ей тогда подарить? Квадрик же у меня четырехколесный. И она тем более на газ умеет нажимать. Здесь легко и просто. Взял? Сел на четырехколесный, нажал на педальку и поехал. Точно, его-то я и подарю. Только он уже какой-то некрасивый. Надо что-то с ним сделать. О, я его обклею наклейками. Он будет красивый. Папа, я придумала, как помочь Нике. Ну, рассказывай, как же. Я ей подарю свой квадрик. Только, папа, он у меня, конечно, некрасивый. Но я придумала, как его украсить. Слушай, ну пошли глянем и расскажешь сразу. Вот, видишь, квадрик, но он уже некрасивый. Вот обдёрт-то тут. Да уж, как кот облезлый, слушай. Ну, какое решение? Надо что-то придумать. Такое же ты не будешь дарить. Папа, я уже аж придумала, я тебе говорила. Я его обклею наклейками. Наклейками. И он будет... разноцветный, красочный, да, такой прикольный? Да. Огонь, классная идея. Папа, только надо ехать в магазин. Поедем? Ну, конечно, ради этого сгоняем с тобой в магаз. Поехали. Папа, в этом магазине я точно видела наклейки, книжки. Книжки, наклейки? А такие бывают, доча? Вот они. Давай, смотри. Вот это? Давай я тебе покажу. Самые стильные. О, наклейки-сердечки. Самые милые. А что такое кавайные? Самые кавайные. Вот. Огонь. Смотри, еще есть самые милые наклейки, давай. Еще есть единорожки. Давай, вот. Самые милые наклейки. Ну что, все возьмем? И да, и где самые единорожки, вот. О, огонь. Хватит этого, чтобы квадрик обклеить, а, доча? Да. Ну все, пошли на кассу, добегом. Домой поедем. Ника, смотри, что я купила. Классно, у меня квадрик будет. Ты не поняла, что это? Это же наклейки. Поможешь мне наклеивать? Да. Только сначала его надо промыть. Все, Ника, можно клеить. С каких бы мне начать? Начну я вот с этих. Красивенькие. О, красивая корона. Начнем с ее. Вот. Ника, а какая тебе нравится? Вот это, да?
куда будем клеить? Сюда? Да. Наклеим его спереди. О, Ника, может, ты мне поможешь поклеить? Я буду эти, а ты вот эти. И еще одного единорожку. Много так единорожек. Ого! Девчонки, вы уже наклейки клеите? Да, папа, только я сказала, что этот квадрик я украшаю для себя, чтобы это был секретик. Ага, сюрприз хочешь? Слушай, а можно мне тебе помочь? Да, конечно, папа, можно. Вон, бери, там целая раскрасочка. Что, Никуля, тебе помочь? Видишь, пап, как мы уже украсили? Класс. Вот эти. Давай вот эту коняшу вот сюда наклеим. Давай, прижимай. Ляля. Ляля, прижимай пальчиком. О, класс. Смотрите, какое мороженка я нашла. С котятами один розовенький, другой фиолетенький. Предлагаю его вот сюда, на фару. А на второе вот таких. Коктейльчики. И конфеточки вот сюда, две маленьких. Какое-то яичко вареное. Ника, Ника, давай сердечки знаешь куда наклеим? Смотри, на фар. Смотри, вот тут так. Одну фару, смотри, будет он у нас, оп, влюбленный квадроцикл, да? А вторую вот такую похожую вот сюда наклеим. О, все, а сейчас на ты наклей. Смотри, пап, сколько я уже наклеила. Подожди, подожди. У тебя тут сердечек не хватает. Ну-ка, давай быстренько сердечек добавим. Давай. Так, разбавим вот сердечками все. Давай вот такое. Давай. О, вот сюда. Ника. О, как красиво. Папа, смотри, какие смешные собачка. Класс. Я уже к третьей страничке перехожу. Софийка, надо чем-нибудь другим разбавить, а? Давай вот. Ну давай возьмем другие. Я возьму вот такие, пап. О, смотри. Миленькие. А у тебя какие? Мне вот эти понравились. Матча и латте. Знаешь, куда я их наклею? Куда? Матчу, а латте наклеим налево. И будет классно лево смотреться, да? Да. Оп. А сюда, пап, я наклею бабочку. Ника, тебе нравится? Папа, у меня все закончилось, а у тебя? Все? У меня тоже все. Ну как, нравится наша работа? Конечно, папа. На таком же самой хочется покататься. Ника, тебе нравится такой квадроцикл? Да. Ну тогда, Ника, я могу тебя обрадовать. Это теперь твой квадроцикл. Да. Тебе он нравится, да, Никушка? Осталось тебя только научить на нем кататься. И все, будешь кататься. Вообще все просто. Вот эту кнопочку едешь назад, а вот эту вперед. Ты запомнила? Попробуй перещелкнуть. А руль покрути. Молодец, у тебя все получается, значит, ты сможешь кататься на таком радужном цветном мотоцикле. Ребята, а вам понравился мой квадроцикл, который мы сделали? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! И не забывайте приходить на мой инстаграм. Пока!